История покупок. Здесь, во-первых, мы видим сверху три кнопки. Одна левая ведет на главный экран, вторая кнопка ведет на модуль каталог, последняя кнопка на модуль быстрые покупки. Здесь мы имеем с вами две истории. Одна история с модуля каталог, вторая история с модуля быстрые покупки. Отображается количество товаров, которые сейчас сидят в каждом из модулей. Они, в общем, эти, даже если вы удаляете ваши товары из списка покупок, из избранного отовсюду, то они у вас сохраняются в истории. Для того, чтобы очистить память или убрать их из истории, одни сразу все, вы кликаете вот по этой корзине. Если вам нужно посмотреть, какие товары у вас лежат в этой истории, и поочищать каждый отдельно товар, то вы кликаете вот по этой иконке стрелки вниз, и у вас отображается список. Вы можете его промотать в самый низ. Да, тут и категория, название товара, да, количество и упаковка. Для того, чтобы удалить конкретный вот фарш свиной, мы кликаем, да, сюда. Вот, и она удаляется. Для того, чтобы все удалить, кликаем вот в шапке есть, в шапке заголовка к соответствующего модуля есть кнопка корзина, кликаем, и у вас очищается, соответственно, кнопки пропадают, и количество товаров 0. То же самое в быстрых покупках. Открываем, можем каждый удалить, а можем все удалить. Вот, очищается история.